уважаемые депутаты, в соответствии с частью 3 статьи 5 Устава муниципального округа Даниловский, численный состав депутатов Совета депутатов составляет 12 депутатов. По результатам поименной регистрации на данный момент 23 октября 2017 года у нас присутствует 7 депутатов. Отсутствует на данный момент 5 человек по уважительным причинам. Таким образом, кворум для проведения заседания Совета депутатов имеется, и Совет депутатов правомочен. В соответствии с регламентом Совета депутатов на открытых заседаниях Совета депутатов осуществляется аудио- и видеозапись последующей трансляции телекоммуникационной сети интернет на официальном сайте муниципального округа Даниловского.